Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И в этом выпуске я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в Москве Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это первое послание президента России с начала специальной военной операции. В Большом гостином дворе собралось руководство страны и регионов. В этом году количество мест для приглашенных увеличили до 1500. В зале были участники СВО, бойцы с передовой. Послание длилось около 2 часов. Президент России обозначил видение международной обстановки, назвал приоритеты в развитии страны и дал конкретные поручения. Что нового ждет Россию в экономике, образовании и социальной сфере? О главных тезисах Дмитрий Аренин. Свое послание Владимир Путин начал с анализа международной обстановки и подчеркнул, что выступает в сложное для России время. Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Президент поблагодарил народ России за поддержку СВО. Для помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам СВО президент поручил создать специальный государственный фонд. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической помощи. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор. Которые в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. Также участники спецоперации не реже, чем раз в полгода получат двухнедельный отпуск. Большую часть своего выступления президент посвятил экономике. Как отметил, она справилась с санкциями. Вопреки прогнозам, в минувшем году валовой продукт снизился всего на 2%. Стоит задача внедрять в промышленность самые передовые технологии. Для поддержки сотрудников ОПК президент поручил запустить программу льготного арендного жилья. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. Президент поблагодарил аграриев. В минувшем году сельское хозяйство показало двузначные темпы роста. Собран рекордный урожай свыше 150 миллионов тонн зерна. В том числе более 100 миллионов тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой. Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям. Российские аграрии. Исторический минимум показала безработица – 3,7%. Со следующего года минимальный размер оплат труда вырастет сразу на 18% и составит более 19 тысяч рублей. Для развития экономики будут строить и ремонтировать дороги и создавать транспортные коридоры в страны Ближнего и Дальнего Востока. Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Также регионы получат 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта. Продолжится программа бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты. С этого года начнется большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируют инвестировать не менее 4 триллионов рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать, и будем это делать.
Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительства обеспечить ее стабильное финансирование. Такие масштабные задачи требуют пересмотра системы образования. В ближайшие 5 лет необходимо подготовить порядка 1 000 000 специалистов рабочих профессий. В высшем образовании президент предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Выступление президента длилось около 2 часов. Послание Владимир Путин завершил воодушевляюще. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – одна страна. Один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Дмитрий Аринин, ТНВ, Москва. Обсуждение послания президента началось по факту задолго до его оглашения. И сегодня с раннего утра гости и участники мероприятия в гостином дворе обсуждали между собой, что главное может прозвучать. А затем уже по итогу вновь делились эмоциями от услышанного. Дина Газалиева находилась в кулуарах и задала участникам вопрос об их впечатлениях. Об атмосфере в нашем следующем репортаже. Атмосфера именно этого послания президента России Федеральному собранию, конечно, особенная, в том числе и среди журналистского сообщества. Например, очевидно заметно, что стало меньше представителей западной прессы по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями. И, конечно, больше гостей, скажем, из Китая. И что особенно приятно, прибыли наши коллеги из новых регионов России специально на послание Владимира Путина. 12 часов на машине. Именно столько до Москвы добирались наши коллеги с Луганского телевидения. Впервые на такое масштабное мероприятие. Не удержалась, задала вопрос об эмоциях и положении дел в подшефном республике Лисичанске. Предыдущие 8 лет мы говорили о том, как нас обстреливают, то сегодня очень круто говорить о том, что мы идем вперед. Это на самом деле очень-очень круто. Гостиный двор, где проходило знаковое мероприятие, начал сегодня наполняться людьми с 8 утра. Прилегающие улицы были закрыты для автотранспорта, поэтому все перестраховывались, приходили раньше. Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов обсудили общие проекты. Затем вице-премьер рассказал о ситуации в строительной отрасли. Мы стали работать намного быстрее. А что такое скорость? Вот мы добавили 10% скорости в строительстве по всей стране. Это плюс 1-2 триллиона в экономике стройки. Поэтому мы считаем, что вот этот стабильный курс, очень надеемся, что он будет также поддержан, и будем все намеченные планы выполнять. По завершении мероприятия гости долго не расходились, общались между собой. Гостиный двор буквально гудел. Говорили свои комментарии журналистам, делились эмоциями. Общее такое, знаете, настроение, общая атмосфера приподнятая. Темы стройки, в том числе и дорог, трассы Москва-Казань, были затронуты Владимиром Путиным. Ирик Файзуллин, отвечая на вопрос о впечатлениях после послания, ответил определенно. Работать, работать и работать. Задач очень много, поэтому надо, чтобы каждый муниципалитет, каждый регион, федеральные органы исполнительной власти консолидированно выполняли задачи, те, которые уже прописаны, и те, которые мы сегодня услышали в послании. Анатолий Вассерман, наверное, был единственным сегодня в неофициальной одежде со значком депутата Госдумы на груди. По мнению публициста и политика, одной из главных тем выступления президента стало образование. Воспринимали внимательно и с энтузиазмом. Вспомните хотя бы, сколько раз хлопали, сколько раз вставали. Татарстан традиционно на послании представлял депутатский корпус в Государственной Думе. Максим Топилин, депутат от республики, также не скрывал своего удовлетворения от услышанного. Очень важно, что президент еще раз отнесся к теме причин специальной военной операции. Все мы прекрасно понимаем, что это вынужденная мера, которую мы не могли не реализовать. В противном случае те, кто не желает добра нашей стране, не желает нашей стране развития, не желает нашим гражданам
различных благ и хотят сделать всем нам, нашей стране, нашим гражданам больно, все готовились к этому очень давно. Многие из присутствующих отметили как особую важность целевые задачи по поддержке бойцов и их семей. По-настоящему эмоциональную точку поставил сегодня известный актер и патриот Владимир Машков. Образование молодежи, детей и культурное образование, как насколько это важно для того, чтобы страна существовала. Чтобы она вообще была Россия, да? Чтобы она была такой, какой она была задумана Богом. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Сегодняшнее послание президента – самая обсуждаемая тема. Многие эксперты высказывают свои мнения по разным темам в речи Владимира Путина. Ментимер Шаймиев отметил, сегодняшнее послание президента было озвучено очень сильно и уверенно от души и для души нашего народа. Послание президента затронуло все сферы жизни россиян, отмечают эксперты. Они поделились своим взглядом на ключевые заявления Владимира Путина. Это было действительно послание национального лидера, и мы услышали ответы на многие вопросы. Я бы выделил убежденность и уверенность, с которой президент Российской Федерации выступал с этим посланием. Это тоже четко читалось. Развитие Российской Федерации с опорой на духовно-нравственные ценности, на историко-культурное наследие. Пожалуй, значит, можно счесть, что это послание адресовано не только нашим гражданам, наверное, середина его части адресована именно россиянам. А что касается начала и одна из заключительных его частей, это адресовано вовне, нашим, как раньше говорили, партнерам. Теперь мы, собственно, называем вещи, наверное, своими именами, говорим и о врагах, и о том, что есть страны, которые хотят Россию уничтожить. Вот, соответственно, этим странам. Но, в частности, была инициатива Путина о том, что договор о стратегических вооружениях, он приостанавливает свою деятельность. Путин подчеркнул, еще раз остановился на этой формулировке. Каждое предложение, каждое было очень содержательным. Ощущение было такой лаконичности, несмотря ни на что. То, что страна продолжает все свои национальные проекты, что все решения по развитию производства, инфраструктурному развитию, по строительству дорог, исполнению всех национальных проектов. Обратила внимание на то, что очень много интересных предложений, но прежде всего тем, кто сегодня защищает нашу Родину, и для их семей особенно и даны поручения всем регионам, всем правительству, в том числе Российской Федерации, не до оказания помощи каждой семье без какой-либо проволочки. Очень важно и по плане, что те сегодня и мобилизованные, и добровольцы, контрактники, все, кто находится в зоне СВО, будут иметь право на отпуск через каждые полгода. Послание президента особенно меня именно воодушевило, что он обратил внимание на поддержку военных кадров, военных офицеров. И я уловил то, что, дай бог, что будет открываться новое военное училище и подготовки кадровых офицеров, которые сейчас, к сожалению, не хватает. Точечные важные аспекты для семей военнослужащих. То, что вот этот фонд сейчас будет создаваться помощи для наших военнослужащих и их семей, это, думаю, хорошее начинание. Об этом многие думали и хотели, чтобы вот такой фонд появился, и теперь он будет. На мой взгляд, ключевая мысль, проходящая сквозь все послание, это быть с Россией, быть со своей родиной, служить ей верой и правдой. Вместе строить будущее страны, отстаивать ее право быть сильной. И для этого внутри страны есть все возможности и ресурсы. Ровно 10 лет назад гимн Республики Татарстан обрел свой текст. На протяжении двух десятилетий у гимна была только музыка. В 2012-м была создана специальная рабочая группа, поступило более 200 заявок. Свои работы присылали и школьники, и люди разных возрастов, и профессий, и поэты. Авторство было скрыто, гимн Татарстана должен был стать объединяющим началом, символом патриотизма, дружбы и толерантности многонационального народа республики. Алия Хайрудинова расскажет, кто скрывался под псевдонимом Батыр и как рождался гимн Татарстана. В
2013 год. Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. Перед 38-м заседанием парламента впервые представили новый вариант гимна Татарстана. О том, что гимн Татарстана требует слов, депутаты Верховного Совета Татарстана задумались еще в 90-е годы прошлого столетия. Однако тогда достойный текст так и не нашелся. На протяжении 20 лет гимн республики просто звучал. Запел он 10 лет назад. В 2011 Госсовет Республики объявил конкурс на лучший текст гимна. За полгода более 200 заявок. Писали школьники и аксакалы, поэты и политики. Выбрать лучший вариант доверили рабочей группе. В нее вошли видные общественные деятели, журналисты, лингвисты, музыканты, композиторы и певцы. Вектор развития Татарстана был понятен каждому. Задача была поставлена четко. Текст нужно уместить в 8 строк на татарском и русском языках. Вот в этих строчках мы должны были отразить историю, планы на будущее и мечты народов республики. Еще одна важная задача – текст должен был быть легким для восприятия, чтобы гимн могли петь все. В гимнах должны быть прошлые народы, сегодняшнее состояние и, конечно, будущее, к чему стремится этот народ. Участники конкурса были под псевдонимом или их имена зашифровали кодом. Одна из работ, которую выделили среди прочих, была написана Батыром. Позже оказалось, это был стих Рамазана Байтимирова «Туган Ягым, родной край», который отправила его дочь Гульшат Кушелкова. Именно эти строки в 70-е вдохновили Рустема Яхина на создание мелодии гимна. Этот вариант и лег в основу текста, который дорабатывали еще год. Когда Зиля Самгатуллина своим чудесным голосом озвучивала тексты, и она, конечно, сразу и, можно сказать, признала стиль и некоторые фразы, строфы именно из стихов моего отца Рамазана Байтимирова. Роберт Минулин неоднократно ко мне заходил с интересными такими предложениями. И вот начало гимна «Мэнге Яша» Азиз Ватанабас, вот эти «Мэнге Яша» – это слова Роберта Минулина. Из глубины души истинные пожелания добра нашей республики. Вот это все должно было прозвучать. Народная артистка России Зиля Сунгатуллина вспоминает, не раз срывала связки. Спеть пришлось более 300 вариантов гимна. Выбор текста – это очень ответственно. Конечно, до потери голоса я пела. Каждое заседание я по 5-6 текстов пропевала. Политики же не указывали, вот сделайте так. Они хотели как лучше, действительно. Но они не знали, как это делать. А поэты знали, как делать. Зилиханом Сунгатуллина знала, как это поется. То есть все были на творческом подъеме, и получилось такой тандем получился. Не более 3 минут. Таков был временной регламент гимна. 8 строк на татарском и столько же на русском языках. Из 60 вариантов выбрали перевод молодого поэта Филиппа Пираева. Так гимн Татарстана стал поэтическим произведением на 2 государственных языках республики. И вот уже 10 лет под музыку Яхина звучат слова о единстве, взаимном уважении, одной общей семье. Алия Хайрудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня во всем мире отмечают День родного языка. Рустам Миниханов поздравил татарстанцев в своих соцсетях. Язык – это ключ к знаниям, отмечает РАИС Республики и предлагает вниманию своих подписчиков ролик о ценности языков, на которых говорит многонациональный народ Татарстана. С праздником татарстанцев поздравил и Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, этот день – дань уважения родным языкам народов мира, живому нематериальному культурному наследию, которое необходимо беречь и развивать, особенно в эпоху глобализации. Татарстан – один из ведущих субъектов России, в котором проживают представители свыше 170 народов. 2023 год объявлен в нашей республике годом национальных культур и традиций. Мероприятия в его рамках станут еще одним шагом к упрочению в обществе идей толерантности, воспитанию любви к малой и
небольшой родине, придадут импульс к формированию гражданственности и пробуждению в молодежной среде интереса к культуре предков. Пусть Международный день родного языка послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между людьми, говорящими на разных наречиях, позволит лучше узнать друг друга, передать детям и внукам любовь к родному языку и гордость за отчизну, говорится в поздравлении Фарида Мухаммедшина. Международный день родного языка был утвержден в 1999 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО, и его цель – поддержка языкового многообразия во всем мире. По традиции, Дом дружбы народов Татарстана в этот день представляет обширную концертную программу, где номера на своих языках исполняют представители разных национальностей, проживающих в республике. О калейдоскопе культур Татарстана на сцене Дома дружбы народов расскажет Рамиль Шайдулин. Полностью стихотворение читаешь? Здесь говорят на разных языках, но все друг друга понимают. За кулисами последние приготовления к праздничному концерту. Дети повторяют стихи на родном языке, а их сверстники подсказывают слова. Например, одной национальности человек помогает другой национальности, и это очень здорово. К празднику в воскресной школе Дом дружбы народов организовали даже специальную выставку, где на картинках отражено то, что близко и дорого каждому человеку. Детство, его семья, все это описано одной буквой, ведь когда речь заходит о родном языке, даже она имеет значение. Такую уникальную языковую среду участники кружков при Доме дружбы народов объясняют просто. Говорить на своих языках не только можно, но и нужно. Вот прям вот с младенчества, с маленького возраста ты можешь приходить сюда, развиваться, говорить на своем языке, петь, танцевать, участвовать в различных мероприятиях. И это действительно большой подарок, который дан судьбой. Раз, два, три. Сохраняют и развивают здесь не только язык, но и обычаи, традиции и, конечно, танцы. Сегодня юные участники ансамбля «Дагестан» представили азербайджанский танец, но знают и чеченский, и аварский. Нравится ли мне? Конечно, я всегда жду дней, когда будет тренировка. А вот Лиана Федорова благодарит свою школу в селе Балтасинского района. Там ее научили и говорить на родном языке, и петь, и танцевать. Я учила свой родной язык, марийский, в Татарстане, в Балтасинском районе, как вот учили русский язык. Я марийский язык учила до 11 класса. И я знаю, ну, хорошо знаю свой родной язык. Также я знаю татарский, я знаю русский язык. Большой концерт ко дню родного языка проводят ежегодно. Артисты представляют все многообразие культур и традиций народов Татарстана. Если на сцене узбекский танец, то это узбеки. Если на сцене корейский танец, это корейцы. Вот это наша главная фишка, как сейчас говорится, да, потому что вот создаются условия для того, чтобы вот именно в таком виде каждый из более чем 170 народов Татарстана мог сохранить свою культуру. Кроме того, сегодня впервые представили китайскую культуру. Чтобы напомнить, день родного языка отмечает вся планета. Бейрем белен. Таван джельге ку небе салам ладап. Анай кылэну наланыз. Бейрем белен сизне. Шочмо кече пайрем дэны чилаштам улу кумулын саламлэйм. Байрамус мубарак. Рамиль Шайдулин, Алмазъединов, ТНВ, Казань. Какие еще нужны доказательства? Казанцы жалуются на отписки полиции. Почему видео со случаем вандализма не завершается уголовным делом, читайте в интернет-газете «Реальное время». Нижнекамский автопарк пополнился новой техникой для уборки снега. Сибур выделил 40 миллионов рублей на закупку 6 большегрузов марки КАМАЗ и 3 снегоочистителей для тракторов. В среднем из города за зимний сезон вывозится около 400 тысяч кубометров снега, и раньше машины заказывали у частных организаций. Теперь все иначе. Новые техники всегда новые. Андрей Бырышев уже 20 лет работает на предприятии благоустройства. Зимой вывозит снег, летом мусор. Сейчас очень рад, что получил новый КАМАЗ для работы. Такая техника, конечно, пришла к нам впервые. 20-тонники, КАМАЗы, комфортабельность. Регулировка сидений, проходимость хорошая, грузоподъемность. Благодаря Сибуру парк комплексного предприятия благоустройства Нижнекамска пополнился новой техникой. Это 3 снегоочистителя для тракторов и 6 КАМАЗов. Было 8 самосвалов, они были 10-12 тонники, и они уже были старые и постоянно ломались. Поэтому мы всегда при вывозе снега нанимали наемную технику. Это очень накладно и очень дорого. Возле
сцене Дома народного творчества состоялся смотр поступившей снегоуборочной дорожной техники. Мэр Нижнекамска Рамиль Мулин, министр экономики республики Митхат Шагиахметов, генеральный директор Нижнекамск «Нефтехима» Игорь Климов в торжественной обстановке вручили водителям ключи от новых большегрузов. Город и «Нефтехима» — это, наверное, равноправные партнеры, они всегда росли вместе. Говорит о том, что мы и дальше будем развиваться. Большое спасибо компании «Сибур», что она эти традиции поддерживает и сохраняет. «Сибур» вносит вклад в развитие инфраструктуры города. Благотворительная помощь и многочисленные социальные проекты направлены на улучшение качества жизни нижнекамцев. Это и вклад, который мы сделали в прошлом году, 300 миллионов рублей в строительство школы «Анымнар». Это и строительство футбольных полей для детской и юношеской школы. И вот теперь такой вклад в муниципальное развитие. Вместе уверен, что мы сделаем город лучше и сделаем среду проживания наших жителей, наших коллег, наших работников лучше, чем вчера. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в ближайшие дни, и на уборку города выйдут уже новые большегрузы и снегоочистители. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Сейчас передаю слово ведущей прогноза погоды Диане Асгар. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Риск, адреналин, преодоление – все на грани человеческих возможностей. С 23 февраля в Казанском цирке «Экстрим» программа «На грани». С 17 по 28 февраля на первом этаже ДК «Химиков» распродажа индийских товаров. Автогидроподъемники «Красная машина». Твоя победа – твой характер. Компания «Алтей». Литая посуда по ГОСТу с безопасным покрытием. Получи скидку 30%. Укажи при покупке на сайте промокод ТНВ30. В предстоящие сутки погоду в республике продолжит формировать циклон. В студии Диана Асгар. Здравствуйте! Изготовление любой корпусной мебели от «Данил Мастер» в феврале со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается снег. Возможно, метель, ветер усилится. Ночью до 8 градусов мороза, днем минус 6. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге облачно. Снег усилится, местами возможно метель. Ночью около 10 градусов мороза, днем минус 6. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также ожидается усиление ветра и метель. Ночью подморозит до 13 градусов мороза, днем минус 7. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно. Ожидается снег, метель, утром с усилениями. Ночью 11 мороза, днем 9 градусов ниже 0. Не обойдется без снегопада в Болгаре, Дрыжаном и Буинске. В ночные часы и днем около 8 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше в ночные часы ожидается 9 градусов ниже 0. Днем около 6 мороза. Снег и порывистый ветер. В четверг температура понизится, снегопады пока не прекратятся. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани облачная погода сохраняется. И здесь пройдет снег, местами сильный.
метель. В ночные часы ожидается около 11 градусов мороза, а днем около 9 градусов ниже нуля. Ветер южного направления порывистый. Атмосферное давление ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха высокая. 88%. Магнитное поле Земли спокойное. Но перемена погоды и порывистый ветер могут стать причиной недомогания у метеозависимых людей. Берегите свое здоровье. Масленичная неделя продолжается, а значит, есть повод побаловать своих близких вкусными блинами и теплом своей души. С вами была Диана Асгар. До новых встреч!